Какой ты красавец! Большое спасибо. Я весь вечер не буду спускать с тебя глаз. А может и ночью? Может и ночью. Я тебя люблю. Валерия, ты уверена, что это здесь? Да, вон же номер, а что? Это же дом Лусиана Салерн. Мы приглашены в один и тот же дом. Как это? Ты что, не знала, куда едешь? Да, нет, нас Сабрина пригласила, у ее жениха день рождения, его три не знает. Не знаю я никого. Ты тоже его не знаешь? Так вы приехали в дом, где никого не знаете? Ну, летели, не надо было приезжать. Мы даже не знаем, как зовут именинника. Ну ладно, я вам помогу, только без обид. Без обид? Боюсь, ты все-таки обидишься. Сегодня день рождения сына Салерно. Его зовут Диего. Слышала? Нет, Диего, говоришь. И сколько ему? 22. Слышишь, там играют? С днем рождения, с днем рождения. Ну ладно, пошли. Пошли. Не забудь, его зовут Диего. Не беспокойся, все будет в порядке. Альберто! Привет! Хозяин дома! Я знал, что ты меня не подведешь. Как можно? Как дела? Очень хорошо. А у тебя? Познакомься, моя жена, дочь и ее подруга. Здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Как дела? Хорошо? Елена! Я хочу вам представить Елену. Гарсия Мендес, семья. Здравствуйте. Здравствуйте. Может, пойдем в библиотеку? Зачем? Покончим с делами, будем веселиться. Позволь поцеловать твою жену. Я скоро вернусь. Поздравляю, прекрасный дом. Пойдемте. Вали! Как хорошо, что вы приехали. Как дела? Привет. Привет. А я пока выпью. Алена, Диего не видела? Он заходил в дом с Лусиана. Где его носит? Не знаю. Если увидишь, скажи, что я хочу представить его супруге доктора Гарсии Мендеса. Пойду поищу. Все хорошо? Все в порядке? Тику? Да, Вали, его зовут Тику. Ладно, ладно. Первый раз слышу такое имя. Я тебе потом как-нибудь объясню, почему я Тику. Да. Валерия, ты пойдешь? Нет, спасибо, я музыку послушаю. Тику. А, неплохо. Тико, Трини, Тико. Извините, я сейчас. Но только не это. Глазам своим не верю. Я тоже. Что ты здесь делаешь? А как ты думаешь? Глупый вопрос. Как тебя зовут? Откуда ты? А я могу задать вопрос? Давай. Ты водить научился? Нет. Зато я научился, знаешь, чему? Танцевать.
Нет, 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 нет. Кошмар какой-то. Ужас. Девочки, Диего не видели? Нет. Куда он подевался? Yo no sé cómo es la vida sin tu amor. Yo no sé cómo se puede estar así. Llueve sobre el mundo y el dolor de nuestras historias cae en mí. Sé que estás cansada de luchar. Busca la respuesta en la verdad. Сабрина, что с тобой? Что со мной? Я хотела познакомить тебя со своим женихом. А что ты вытворяешь? А? Я не знала. Ах, ты не знала! Погоди. Я не знала. Это мой жених. Во всяком случае, был им до сих пор. Сабрина, клянусь, я ничего не знала. Прости. Погоди, я все объясню. Хватит. Дайте мне объяснить. Вернись. Стой. Танцуешь и даже не знаешь, как ее зовут? Валерия. Вот как ее зовут. Валерия. Трини, я хочу уехать, пожалуйста. Что случилось, Валерия? Ладно, девочки, я пойду, потом увидимся. Да, да. Ты не представляешь, жених Сабрины пригласил меня на танец, а я не знала, что это он, понимаешь? А я-то чуть... Я уверена, он это нарочно. Ты объяснила Сабрине, что не знала, кто он? Что тут объяснять? Все и так понятно. Пойду скажу отцу, что хочу домой. Папа? Как же это случилось? Вот она, клянусь, у меня это впервые, я влюбился, влюбился, я ее люблю. Как мне быть, Тико, как мне быть, она подруга Сабрины. И, наверное, я ей противен. Посмотри на нее, ее глаза горели гневом, а я видел в них любовь. Какая она красивая, Тико. Диего! Идем танцевать. Стою как дура, одна среди гостей. Нет желания, Сабрина. Идем! Или я закачу тебе скандал при гостях. Пошли. Yo no sé cómo es la vida sin tu amor. Yo no sé cómo se puede estar así. С днем рождения! С днем рождения!
Диего, миленький. Иди к себе в спальню, хватит уже, ты напилась. Ну и что, только так и можно повеселиться. Сейчас же иди к себе. Диего. Сынок, поздравляю. Спасибо. В общем, благодарю всех, что приехали. Да, такое внимание меня очень трогает, и у меня очень счастливый день. Обещаю, что не буду каждый год изводить вас подобными торжествами. Ладно, это шутка. Надеюсь, в следующий раз мы отметим нашу свадьбу. Прекрасно! Прекрасно! Папа, я поеду, ладно? А что такое, дочка? Немного устала и голова болит. Валерий, тогда поедем все вместе. Нет, оставайтесь, я на такси. Нет, Валерия, раз ты устала, поедем вместе. Нет, съешь за меня торт, мама. Пока, пойду возьму сумочку. Хорошо. Спасибо. Куда ты, Диего? Сабрина, оставь меня в покое. Да, по этому адресу. Когда будете здесь? Прекрасно. Большое спасибо. Прошу, прости меня. Я не знал, что ты подруга Сабрины. Что ты хочешь сказать? Что всегда изменяешь невесте, когда знакомишься с ее подругой? Нет. Прости меня. Просишь прощения, как будто совершил преступление. И совершил. Вызвал твой гнев. А ведь хотел я лишь одного. Мне кажется, я тебя полюбил. Диего. Напоминаю, у тебя день рождения. К тебе пришли гости. А я твоя невеста и хочу быть с тобой. Так что ты думаешь делать? Ничего. Для меня праздник уже закончился.